Дорогие друзья, если вы любите русский язык и литературу, мечтаете изучать иностранные языки, хотите в совершенстве овладеть методикой РКИ и осуществлять образовательную деятельность не только в России, но и за рубежом, мы приглашаем вас на обучение по профилю «Прикладная филология. РКИ с двумя языками. Арабский, английский, испанский, английский языки». Отличительной особенностью программы является сочетание фундаментальной и прикладной филологической подготовки по РКИ и иностранным языкам. Аналогов данной программы нет в Нижнем Новгороде. В процессе обучения бакалавры получат знания в области современного русского языка и его истории, методики русского языка как иностранного, русской и зарубежной литературу, освоят два иностранных языка. В период обучения в бакалавриате студенты изучают обширный комплекс дисциплин – лингвистических, литературоведческих, лингвокультурологических, среди которых есть авторские курсы. Например, «Русская литература в контексте мировой культуры», «Концепты сферы русского мира» и другие. Все лекционные и практические занятия по данному профилю подготовки ведут опытные преподаватели, доктора и кандидаты наук, авторы научных и учебно-методических работ. Несомненным плюсом данной программы является возможность пройти практику на занятиях с иностранными студентами из разных стран мира – Австрии, Франции, Италии, Кореи, Китая, Австралии, Египта, Ирака, Иордании, Таиланда и других. Наши студенты являются активными участниками культурно-просветительских и научно-образовательных мероприятий. Самые яркие из них – Международный фестиваль национальных культур в этом мире большом, Международная образовательная акция «Русский диктант», флешмоб «Читаем Горького на разных языках». По завершении обучения по нашей программе выпускник приобретает широкие возможности трудоустройства. Учитель русского, английского, арабского, испанского языков в различных учебных заведениях, как российских, так и зарубежных. Переводчик в лингвистических службах международных организаций, бюро переводов, в службах сопровождения делегаций и обслуживания различных социально-культурных мероприятий. Экскурсовод, сотрудник туристической компании, администратор в учреждении сферы гостиничного бизнеса, одинаково хорошо и грамотно владеющий русским, английским, испанским и арабским языками. Кроме того, после бакалавриата выпускник сможет продолжить обучение в магистратуре, а если понравится, можно пойти и в аспирантуру по избранной филологической отрасли и защитить кандидатскую диссертацию. Таким образом, профиль «Прикладная филология» РКИ с двумя иностранными языками – это современное филологическое образование, которое готовит молодого специалиста к активной профессиональной деятельности, дает большие возможности филологу применить себя в современной жизни, найти интересную работу по своей специальности после окончания университета, расширяет возможности трудоустройства и дает перспективу личностного роста.